Уважаемые гости, сегодня мы все являемся свидетелями ситуации в мире, связанной со вспышкой коронавирусной инфекции. И очень печально, что вирус распространился по всему миру и охватил 199 стран и регионов, в результате которой есть многочисленные человеческие жертвы. Мы очень рады слышать хорошие новости из Китая о резком сокращении как числа зараженных, так и случаев с летальным исходом. В этой связи, в рамках вашего визита, мы планируем провести дистанционное обучение работников системы здравоохранения. Для нас важно получить опыт китайских друзей как в диагностике и лечении вируса, так и в организации работы лабораторий.